Таврида. В Крыму. На Бакальской косе. Мне очень дороги такие встречи. Именно потому, что у меня нет какой-то программы, лекции, которую я читал, расписался в ведомости и ушел. Оказываешься для себя открывающим что-то новое для себя в своем опыте, в своей жизни, в своей профессии и так далее, и так далее. Я ответил на вопрос, как вы патриотизм, состояние души, естественно. Патриотическое кино – это естественное состояние, вы же режиссер, который снимает. Патриотическое кино – это не, так сказать, форма, так сказать, ура патриотизма. Это любовь к тому, о чем любовь к родному пепелищу, к отеческим гробам. То патриотическое кино, оно внутри того, кто его снимал. Если он любит людей, которых он говорит, что бы он о них ни говорил, если он им сострадает, это и есть патриотическое кино. Да? Без любви к людям, о которых ты говоришь, не бывает русского искусства. Грибоедов сказал, есть жизнь внутренняя, которая много интереснее, интереснее жизни вашей. Но внутренняя жизнь не остается. А там, где нет внутренней жизни, там нет ни культуры, ни литературы, ни искусства, ни истории, ничего. И самое главное, нет национального самосознания. Таврида. В Крыму. На Бакальской косе.